Накануне в одной из квартир в доме по проспекту Героев Сталинграда была обнаружена страшная находка. Милиционеры нашли в комоде труп двухмесячного мальчика, завернутый в полиэтилен. Сегодня в пресс-службе ГУМВД Украины в Харьковской области сообщили, что установлены обстоятельства смерти младенца. 30-летний отец мальчика, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился вместе с сыном на улице. Он положил младенца на скамейку, с которой ребенок упал на землю и ударился головой. Смерть малыша наступила в результате отека головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы, после чего отец спрятал труп в комод. Там мертвое тельце пролежало 2 дня, пока бабушка погибшего не обратилась в милицию. О том, какова в этой жуткой истории роль матери малыша, правоохранители не сообщают. Соседи же рассказывают, что отец, подозреваемый в преступлении, уже сидел в тюрьме, а после выхода из мест лишения свободы завел подругу, которая, возможно, и является матерью погибшего грудничка. Какую-то девушку приводил, говорят, что она родила ребенка. Приходила ко мне медсестра, чтобы я помогла. Действия отца квалифицированы по статье «Оставление в опасности» Уголовного кодекса Украины. Мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно санкции статьи, ему грозит до 8 лет заключения. Виталий Лапскир, Павел Велицкий, агентство телевидения «Новости».